Погода – главный друг и враг сельхозпроизводителя, ведь в значительной степени от климатических условий зависит то, каким будет урожай. Как повлияли прошедшие морозы в Тверской области на будущие посевы, узнала Наталья Чекет. Аграрии уделяют пристальное внимание состоянию озимых культур, ведь от их положения зависит будущий урожай, а следовательно и экономика региона. На озимые влияния оказывают различные факторы – температура, количество света и влаги в почве, продолжительность дня. Как рассказал заведующий кафедрой льноводства Тверской сельскохозяйственной академии Сергей Скворцов, сейчас в Верхневолжье опасений за состояние озимых нет. Озимые есть, да, культуры, это озимая рожь, озимая пшеница, вот они были посеяны. Осень дуба достаточно у нас хорошая, да, в этом плане, погодным условиям, не было каких-то затяжных дождей, да, температурный фон был в пределах нормы. Поскольку осень была достаточно благоприятная, вступила в зиму в хорошем равенном состоянии, хорошо распустилась, поэтому и зимует хорошо вследствие хорошего снежного покрова. Прошедшие сильные морозы не должны негативно отразиться на озимых, отметил Сергей Скворцов. Ведь семена находятся в почве, где температура может быть намного выше, чем на поверхности. Поэтому на урожайность отрицательные температуры не повлияют. А что касается предстоящего посева, рассказывает эксперт, то в связи со снежной зимой на поверхности почвы образовался необходимый запас влаги для сельхозкультур. Но строить какие-то планы на будущее еще рано. Они будут подведены уже после сбора урожая. Что касается дальнейшего роста и развития культуры, здесь сказать сложно, поскольку нужно будет анализировать период у нас вегетационный всех культур, поскольку все относятся по-разному к культуре. Поэтому здесь смотрим, уже анализируем после окончания сезона. Сказать сложно. Но хорошие предпосылки для посева они имеются. Специалист рекомендовал аграриям, чтобы получить хороший урожай, необходимо соблюдать все требования по возделыванию той или иной сельскохозяйственной культуры, а именно вносить в установленный срок удобрения, средства защиты и другие полезные компоненты для роста.